Всем большой привет! Недавно на своем огороде выкопали картошку, еще не всю. Это было 3 дня назад. И сегодня обнаружили вот такую плантацию грибов, то есть не ходя даже в лес. Вот я вам показываю. Лезут молодые грибы. Вот такая вот, такими семьями. Это навозник белый или капринус белый. Вкусный, очень деликатесный гриб, который многие не знают и не используют его в пищу. Его можно употреблять в жареном виде, как отдельно, так и вместе с картофелем пережаривается. Нужно собирать грибы, пока они еще не потемнели, но буквально через 2 дня они уже будут темные. Этот хороший гриб, отличный. Чешуйчатая такая колокольчатая шляпка у него. С виду он вроде как грязный, но это отличный вкусный гриб. Капринус белый или навозник белый. И у нас это уже 2-й год на этом месте вырастает осенью вот такие вот грибы. А вот это уже переросший гриб. Вот он старый. То есть он расплывается в черное чернильное пятно. А в этом, в таком виде, на сковороде зажаривается и при этом не меняет почти цвет, он остается такой же белый, шампиньон темнеет. Но он вкуснее, чем шампиньон. Навозник белый. Можно употреблять его с алкоголем. В отличие от навозника серого, который при употреблении с алкоголем дает реакцию тетурамоподобную, лечит алкоголизм. А этот просто вкусный очень гриб. Вот такие вот вещи растут на нашем огороде. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.